Good question. Мы должны get some ice cream. Я тут красотой занимаюсь, ребенок спрашивает, куда все-таки идем? А если бы знали, сказали бы. We должны get some ice cream, right? Мороженое. Говорю, идем кушать мороженое. Посмотрим, что есть, если открыто. Городок поблизости. Мама, Хотя? Are we? Yes. Что сказал? Что спросил? Вы не слышали? Но детям не надо отказывать, дети наши будущие, просят, говорим «да». Уже по ходу посмотрим, что просят. А, знаете, где находимся, почему сюда приехали, уже не буду рассказывать. Пожалуйста, посмотрите нашу прошлую жизнь. Сейчас наши дети старшие, все наши. Первенец, второенец, троенец, четверенец и пятерноц. Гина, перестаньте, уже идите. Правильно говорите, просто хочу проверить, что-то забыли, а ничего не забыли. Все равно возвращаемся. Да, вот такие дела, все рассказала. Надеюсь, не замерзну, ничего теплого не взяла, кроме этого жакета. И если предыдущего смотрели, видели, я тут пекла, что делали в предыдущем блоге. У нас были пирожки, пирог и пирог слоеный. С мясом, с картошкой. Вкусно было, все сытые, довольны. Теперь пойдем за десертом. Все рассказала. Ты на тинг? Я. Let's go. Let's go. Говорит, холодновато. Это для нормальных людей. Для них может даже и жарко. Хера хосет? You need it? Окей, телефон кто-то забыл. Окей, с пасулин, гайз. А для таких особенных людей, как я, которые даже под солнышком может замерзнуть, это не холод, это гололед. Это буря. Это Сибирь зимой. Как ветрено. Может пойдем обратно? Пойдем обратно, но детям хотим, чтобы им было хорошо. По мне я бы вчера ночью приняла ванну, джакузи в большой ванной комнате. И, как оказалось, с собой принесла противострессный и успокаивающий такой... шампунь, скажем, для тела, ну, чтобы ванну принять. Это так сработало. Я не помню, мужа спрашивает, как я уснула, в котором часу уснула, кто я? Не могли выяснить. Ну да, приняла, и все, меня не было уже. Сегодня то же самое планирую, но после этой поездки поедем, не знаю. Если открытое, пусть что хотят, мороженое, не мороженое, что-то сладкое, потому что наелись, то есть сыты. Так, ждем старшее поколение. Сегодня такой хороший день был. Весь день во дворе были. Футбол играли, потом пошли на пляж, потом по берегу, потом пошагали туда-сюда, говорят. Очень интересно было им. А я отдыхала, варила, парила, пекла, пока все собрались. Дочка почти 2 часа уснула, отдохнула, старшая дочка. А, вот такие дела. Муж, ничего интересного не было. I'm done. Хорошо проводим наше путешествие. Лучше. У детей надо спросить. В конце уже спросим, интервью. Устроим и спросим, как прошел ваш маленький каникулчик. Да, такие дела. Ждем. Hi. Hi. Oh, hi, Nakarumi. Hi, Nakarumi. Sorry. Я не знаю, это старшее поколение когда-нибудь вырастет или нет. До сих пор играют. Друг друга догоняют, кто первый придет, и еще друг друга обзывают именами. Ну, это нормально, наверное. Все
Хочу на путь. Не знаю, что с этим городом. Мы второй раз приходим, приезжаем. Стоянку не можем найти. В тот раз, если помните, запарковались возле ресторана, где менеджер обычно паркуется. Попросили, в общем, места не было, парковки не было. И сейчас почти 10 минут уже крутимся, парковку ищем. Нету. Опять концерт какой-то. Bike Valley. Да, вот такие дела. Пока крутимся. Не верится. И так близко парковались. Говорит, хочу жакет снять. Говорит, не знаю, что тебя ожидает. Что это было? Уже головокружения начинались у нас. Но... Подожди. Двухчасовой паркинг. Больше не можно. Нельзя, то есть. Сейчас стараемся разбираться в кнопках. Все, вопрос решен. И чарджер? Сколько заплатили? $3 за 2 часа. Лучше, чем $30. Так, Сан-Диего, господи, больше не поедем туда. Разорились. Не знаю, какой концерт сейчас пойдем посмотрим, но звуки такие дикие выходят. Концерт дикарей, наверное. Мы не здесь. О, Зекнайк, look! Тракторы. Мы любим тракторы. Трактор. Не трактор. Трактор моего дедушки, то есть. О, хороший панель. Шинкару ведь панель. Как в Техасе находимся? И корова есть настоящая. На самом деле это не концерт, это ярмарка. Но музыка играла. И шашлык есть. Персидский кебаб есть. Ну хорошо, не хотят. Дикие голоса
наверное, отсюда приходили. И музыка ковбойская, country. Может, уже в Техасе? Или это сон? Везде барбекю. ARQA Anyone wants to join and jump? No? Okay, guys, take off your shoes. Дети вошли, а остальные дети ушли. Пошли погулять, старшие. Там громко, пойдем там поставим немножко. Не знаем, когда выйдут. Ну пусть радуются, давно в этих штуках не прыгали. Все кушают. Тарелочки в руках или такие коробочки. Везде, наверное, это по понедельник, вторник, по средам. Понедельник, вторник, среда, четверг. По четвергам, наверное, надо спросить. И больше сюда в четверг не приезжать, если хотим найти стоянку. Если хотим просто порадоваться жизни, здесь жизнь кипит. Очень много американцев здесь. Не хочу сказать как, но очень много коренных американцев. Наверное, сегодня день поедания. Там все с аппетитом на свежем воздухе. Даже на улице столики со стульями поставили. В дикую. Вот отсюда и дикие голоса выходили. Он поименно зовет. Кому уже пора выходить, зовет по именам. Нашим не пора, но хочу, чтобы уже ушли. Там прыгают на друг друга, на головы прыгают уже. Некоторые дети озверели. На головах прыгали почти. Я? Любишь? А кто там, кажется, с кем-то дрался или игрались? Говорит, он постоянно меня толкал и казалось, что мы деремся. Он не дерется, потому что это может быть. Говорит, там мальчик меня хотел побить. It's okay. Next time you should pick him up, not him. Yeah. Она хочет в спортивный магазин зайти, но закрыт. Sauce and rub. We believe you. This goes great with your tri-tip, your ribs, and your chicken. Okay, this one is ready to use sauce. Ready to this use. This one is the rub. Yes, please. Thank you.
барбекю соус, любимый соус нашего любимого каратера. Very, very easy. I like that. Here's your change back. Thank you very much. How are you tonight? Don't drop it, it's glass. Okay. Thank you so much, guys. Thank you. Here, take one of these cards with you as well. I'll take it. Thank you so much. Wedding, all that. Okay, I'm gonna. Okay. Такая очередь, если на обратном пути очереди не будет, донатсы купим. Если будет, так и не купим. I come back. Don't leave without me. Такая очередь на чурос. Километр. Ну что-то хорошее есть в этом. Старые добрые времена напоминает. Полиция скоростной дороги Калифорнии. Иногда не знаю, с каким акцентом не сосредотачиваюсь. Причем тут полицейские, чтобы люди хорошо себя вели. Суши хотите? В жизни не захочет на улице суши кушать. Это не он. Не любит пикники, не любит на свежем воздухе едой наслаждаться. Это дети, наверное. Давай, хотите собачку погладить? Но кажется, мы не хотим не настоящую собачку гладить, а то впечатление. О, наверное, пучики захотят. Rainbow? No, rainbow, we don't like rainbow. Maybe caramel? Этот не захотел, говорит, не хочу. Let's go. Oops, sorry. Главное, очереди не было. Че? Поэтому мы с большим энтузиазмом подошли и купили. Что еще есть? Кавы, айскрим. Все есть. Все, что хотите. Аппетит на что разыграть, и даже дома есть, если хотите купить. Вот и что. Шоколад не хотим. Старших детей не нашли, но даже не ищем. Наверное, куда-то по ходу пошли. Caramel corn is my favorite. Постоянно разные запахи. То барбекю, то сыр, то кукуруза, то попкорн. Что это? Мамин митбол. Мамины фрикадельки. Yep. We'll see you guys here.
See you. Какая хорошая. Фармерс маркет здесь оказывается только по четвергам. Плачу изнутри. Будем знать. Может быть, сюда ночной шоппинг из фермерского маркета Сан-Луис-Обиспо. Очень длинное название получится. Как можно не... Вы же сказал, но фармерс маркет шоппинг. Я послушная. Очень хороший морковь. Organically, but we cannot say the word cancer and win and survive. That's a great. Is it sweet or tangy? Try it. No, no, it's good. Okay. Сказал органик и такие сладкие. И походу наслаждаемся грязной голубикой. Никто не знает. Говорю, мед хотите? Ну, я стараюсь им полезное что-то подарить. А сама ем блюберис. Это очень большой и очень хороший фермерский маркет. Но здесь там даже парковки нету. Придем, что будем делать? Мальчик снапкис хочет. Чищу, потом даю. Не беспокойтесь. Хочешь? Здорово. Любят слушать вас. Узуметь има? А, я опытуна кутенька. Попробую говорить один. Узуметь ту? Снапки. Но? Есть у нас маленький пакет, можем поместить. Так. Какие сорта? How is this called, the kind of tulips? How is it called? It has a specific name. So beautiful and different. It is magnificent. Oh, it's something that. Yeah. Okay. Brassicas. It'll be a mix of different kales and chards. Can I choose, or yes. It's all the same? Yeah, choose whichever one you like. We try to make an even mixture, and they all weigh the same. Yeah. Wanna try it? Yeah. Такой сочный. Окей, I'll take it. Thank you so much. Как тебя? Is it sweet? This is your microphone. Thank you so much. Очень сладкий апельсин. Витамин С тоже. Обогатили. Эском. Так трудно с детьми. Фермерский маркет. И я, и дети. Не знаю, что ли любоваться, то ли за детьми следить. И все-таки выбираешься за детьми следить. That's it, Аркаджан. Я должна это купить. They're so beautiful. I have to get them. There you go. Finally, wait. I'll pass that to you. Thank you. Thank you. So beautiful. Thank you so much. Yeah, thank you. Нарциссы. Красивые. How are you? Купили, но оставили у них подержать.
чтобы на обратной дороге забрать. Еще один блок остался. Такой большой, но работают от 6 до 9. О, эти вишенки, по-моему, ам сок он такие большие. How do you call this? Is this oyster mushroom? Blue oyster, yes. Oh, that's so beautiful. It's giant, right? Did you grow them or they grow like after the rain? They're cultivated, yes. They're cultivated. They grow in the valley. Oh, okay, because we used to pick them up from the trees after rain. Yeah, yeah, they always grow on the oaks. I want to smell. Okay, I just missed this mushroom. Yeah, this one was that one killing. Okay. Женщина лаванду, разные вещи из лаванды продает, а сама оделась в лавандовый цвет. Иван Арабли? Мэг соскучился по сестре, пошел и обнял ее и за руку держит теперь. Did you miss me? I covered Zirka's Burni, or did you want the popcorn? That's why I wanted the popcorn. Спрашивает, ты меня по мне соскучился или из-за кукурузы пришел? Говорит, попкорн хочу. Такой характерный маркет, разноцветный, но с характером разноцветный, хороший. Вернемся мы сюда. Thank you. Запах, от запаха будут жаловаться. Ну, знаете, у этих сорт есть слишком ароматные, можно сказать. Может аромат с ума свести. Я знаю эти цветы. А у этих хорошие ароматы, эти более кудрявые. Не удержалась. Так хорошо сделали, что сюда пришли. Уже собирались обратно. Места не находили для паркинга. Но терпение имеешь, выигрываешь. Хорошее время выиграли. Синасирума. Thank you so much. You know, take this one for fun. Try it. This is a lemon lime flavor. Okay. Yes. So this one has a lot of seeds, but it's a flavor. Okay. Купили помело. Еще один другой сорт дает, говорит, это тоже берите, это вы полюбите. О, ковбой куки айскрим. Такие тарелочки в виде ковбойской шляпы. Печенье, наверное, горячее, сверху мороженое. Это вкусно. Летом сюда в туристы приходим. На туризм. Так все танцуют. Продавцы, музыка, кто-то играет. Такое волшебное энергию. Что это было? Где наши дети? Бедного сына. Столько тяжести дали в руки. Если бы он с нами не был, мы бы апельсины не купили. Помело не купили бы. Нас уж с нами купили. Говорю, при чем тут полицейские? Говорят, чтобы люди присоединялись, регистрировались и становились полицейскими. Вы знаете чурос? Вы чурос хотите? А кто-то хочет? Хочет. Bag? Yes, please.
Thank you. Thank you. Nice and warm. Nice and warm. Expensive. Сан спрашивает, сын спрашивает, на кого похож этот не памятник, памятник пухленькой женщине. Дочь говорит, на меня похож, но не похож. I'm the Barnett. Гарнет называется. Кстати, тракторы, рабочие тракторы, но их водить нельзя по улицам, потому что они не позволены на улицах, ну, нелегальные и легальные. Сейчас увидим, как трактор кладут на что-то. Ну и как всегда, все тяжелые дела делают женщины. Она водитель трактора, да? Не знаю. Но она кто-то. Шоу смотрим. Ну что-то нужно посмотреть. Может, говорит, пойдем. Уже говорит, детям интересно. Говорит, или тебе интересно. Мне тоже интересно. Окей. Okay. Должны немножко поболеть за них. I thought you let the sharks for a moment. Okay, let's go. Nothing. Oh, yeah. Раз уж никому это не интересно. Аркадьян, гнати. Давай, а я думал, мы в ресторан идем. Мы мороженое собирались кушать, но холодно. Мороженое не хотим. Хотим домой. Холодно, я простыла, остыла, и потом они не голодные. Сова, отсек у нас дома полно еды, а? Нет, не голодные, говорят. Столько попкорна съели, чурос съели, ягоды съели, что еще? Больше ничего. Мороженое, ну, не мороженое, апельсины, мандарины съели по угощению. Теперь хотим домой, домой. Love it, huh, guys? Yeah, it was fun. Oh, I wish.
цветы в руки и домой. Хотя завтра опять эти цветы со мной обратно в настоящий домой поедут. Мы решили, что ничего, раз уж вещей очень много, когда ехали для Лили цветы покупать, решили, давай купим маленькие букетики, чтобы потом в машине могли как бы поместить. И больше ничего не покупаем. Так решили. То есть туда-сюда не шапимся. Ну как не удержались. Маленький букет. Апельсины до утра сидят, всего лишь 5 килограмм. Как говорится, дом милый дом, но не наш дом. Это полотенце сегодня, Towels. Все, раздеваемся. Такая вазочка, графиночка красивая. Но половина цветов разного роста, другие другого роста. Такой абстрактный букет получился. Здесь пусть букет постоит. Завтра с собой соберу. Что, знаете, салат не собиралась покупать. Вообще ничего не собиралась покупать. Но салат тем более не собиралась. У нас в холодильнике 2 пакета. Но продавца просто спросила, какой вид салата. Что спросила? Но сказала, чистый. Говорит, да, мы с мамой 3 раза хорошо помыли. Говорю, давайте. Раз уж с мамой так нежно сказал, с мамой хорошо промыли. Разные зелености, зелености разные. Могу зелень вот так просто кушать, без ничего. Какой хороший, что съела, вкусный был. Ничего не надо добавлять. Все вот так вот. Вот эти дети очень любят. Guys, you want to take peas? Guys? No? А как всегда готовы спешить. Какие пухленькие. А little less. Спасибо. Подождите. Саняк, у меня стек керек. Пусть кушают, еще хотят bubble bath сделать. Искупаться. Арка обязательно должен пить свою воду каким-то странным стаканом. Пожалуйста. Арамчан, ты голоден? Пирожок кушаешь. Ты уже кушаешь. Салат себе сделаю. Салат кутес? Она всегда... Салат кутес, фреш панемары, салат микс. Думаю, так и сюда положу. Как же это вкусно было. Я никогда с таким большим удовольствием такие странные и крупные листья не ела. О, это очень... О, я это люблю, поэтому понравилось. У меня дома это растет. Red Russian kale называется, русский красный kale. Поэтому так понравилось, я это дома так ем. У меня растет. Это что? Не знаю, что это. Вкусный. Colored green, наверное. Colored. Почему такой вкусный? Нужно вот так оборвать немножко, очень большие куски. Соль, перец, оливковое масло, лимон. И больше ничего не надо. А это лепестки свекольные, наверное. Это называется golden beet, то есть золотая свекла. Это наша обычная, мы знаем. Немножко порву. Проголодалась, так на холоде пошагали. А я на ночь глядя такие вещи не ем. Вещи.
Yell the loudest I can. Ой, он так обрадовался. Люсенька, вы с кого-то садки мят? Он так прыгал. Я не готова была на это. Испугалась. Они себе массаж делали. Да, включим все, все, что можно, чтобы светло. Пусть наслаждаются. Сейчас у нас ночной пир будет с салатами. У кого-то. Ему добавила. И почистила совсем немножко перчик свежий, чуточку соли, масло оливковое, немножко, что я хотела еще, что-то еще хотела, давайте немножко базилик подарим. Аромат лучше будет у салата. Так, авокадо уже стоит, плачет. Посмотрю, если в хорошем. О, хороший. Очень даже хороший авокадо. Так. Чуточку замешаю, луковый добавлю. Поверьте, так хорошо подходит голубика к салатам. Помню, кто-то комментировал, как можно ягоды в салат. Как это вообще кушаете? А вы сначала покушаете, потом как это идти? То, что и нужно было для полного счастья. Весь авокадо туда положила. Пусть будет. Ага. Не знаю, какой на вид. Имею в виду аппетитность. Могла бы эти почистить, положить, но не хочется времени терять. Просто на вкус хочу попробовать. И голубику обязательно берем. Очень вкусно. Лидный с гамов салата. С точкой. Понасладимся. Пока дети там. Как хуменка будет по-русски. Когда, скажем, они очень грязные или что-то очень грязное, кладете в воду, чтобы немножко эта грязь. Но они не грязные, они два года. Два года назад я их, помните, в одном из прошлогодних? Anyway, это слово не знаю. По-армянски говорим «какхаль». Будем смотреть хоккей, кушать салат и ждать, пока дети смягчатся. Ну, вам как-то надо.